Наконечники не разные бывают, наконечники разные. Каждый какой хочет, для себя подбирает. И это там же целые таблицы есть, научные, с какими стрелами, какие наконечники. Чемпион мира по стрельбе из лука, паралимпиец Михаил Диктованный – частый гость в учебных заведениях Одинцовского округа. Сегодня он в Зареченской школе. Демонстрирует третьеклассникам свой особенный лук, рассказывает о роли спорта в его жизни. Важность. Она такая глобальная даже, чтобы привлекать больше заниматься спортом и рассказать детям, что даже если что-то случается в жизни, не надо отчаиваться. Всегда есть рядом учителя, родители, родственники, друзья, которые поддержат, и можно дальше развиваться. Спортом Михаил начал заниматься в 30 лет и достиг больших успехов через 2 года. Главное – стремление, говорит спортсмен, а уже потом – удача. Каждый смог поддержать счастливую медаль чемпиона и загадать желание. Мне очень понравился рассказ. Мне было очень интересно смотреть, как выглядит лук, как его держать, механизм. И я поражаюсь тем, как инвалиды, они управляют вот этим всем при своих сложностях. Уроки доброты Михаила Диктованного – это не просто интересное общение. Они помогают школьникам научиться толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями. Данные мероприятия носят накопительный эффект. Поэтому что произойдет с нашими детками через несколько лет, я вам обязательно расскажу. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».